а начиналось все так прекрасно. Этот уровень мы уже знаем. Он уже давно. Сейчас мы просто посмотрим, что у нас нового, и долетим до конца. Этот уровень недавно добавили. Тут есть куколка. Слева, в автомате. А вот это вот новый уровень. Остерегайтесь этих нот. Они ломают все. А этот новый уровень. Тут есть сундук на одной из кегель. Мы сюда вернемся еще. Вот кегли можно ломать. Этот уровень уже всем известен. Вон там прям сундук справа. Это новый уровень СНО. Тут нету ничего, ни сундуков, ни куколок. Это стиральная машинка, всем известная. Справа тут находится телевизор с игрой. Этот уровень тоже всем известен. С камнями непреодолимыми. А это вот конец, его уже обновили. Вот тут такой новый остров. И сундучок. Тоже обновили. А теперь давайте пойдем за сундуком на кегли. Для начала нужно остановиться на какой-нибудь платформе и взять джетпак. Эти шары ломают корабли, но человеку они не приносят вреда. Вон сундучок. Вот такой вот способ. А теперь я вам кое-что покажу. Заходим в левый водопад. Справа тут у нас книжные полочки. И вводим такую комбинацию. Она находится прямо там, где зелье, на столе. Слева. Вот они. Открывается проход. Берем куколку. Ну, я ее уже взял. Вводим что-нибудь неправильное. И тут на нас атакуют тыковки. Они взрываются. Могут убить. Также если ввести еще одну неправильную комбинацию. Вот. Все правильно ввести, только одну неправильно нажать. То тогда тут будет зелье. Чтобы отсюда выбраться внутрь, нужно, чтобы вы съели конфетку розовую. Для скорости. А то не успеете. В замке. И тут все как по-прежнему. Все по-старому. Давайте посражаемся. Я побеждаю. Никто не приходит, я один. А вот и магик. Осторожней с магиком, к нему в упор не подходите. Уничтожит. Сейчас я вам это покажу. Видите, у меня одно хп. А вот и десант. Один из них оказался одним. Победа гарантирована. А вот это вот уже последняя волна. Да, здесь еще один сундук. Правда, я его уже брал.
я попытаюсь улететь отсюда на чужом корабле. Чуть-чуть осталось. Некоторые бойцы заходят в эти стенки. В них тоже можно заходить. А сейчас я в шутку угоню корабль админа. Вот этот самолетик. Тройной. Интересно. Топлива нету. Жалко. За мной уже владельцы бегут. Что они хотят? Мечами бьют. Ой-ой-ой! Уходим. Уезжаем на нем. Их тут двое. Один с мечом на меня напал. Другой что за... Вот такая концовка у меня получилась. Давайте я попробую отсюда уйти. Интересно, они пойдут со мной? Вот они уже идут. С мечом. Одного я нечаянно раздаю, кажется. Чуть-чуть осталось до прохода. Вот это внизу видно. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.